столкновение трех автомобилей. Мы сейчас устанавливаем. Данные материалы будут направлены в дозвание. А при каких обстоятельствах произошло? Ну, может, я вижу, что там со стоянки вроде как выезжал, да, или что? Ну, вот сейчас это дознание будет устанавливать, понимаете? Сейчас есть камеры наблюдения, правда, магазины закрыты в связи с праздниками. Вот, и мы обязательно после праздников ребята пойдут, узнают, и будет установлен виновник. Скажите, пожалуйста, как вас зовут и ваше звание? Лейтенант полиции Лучанского отдела. А по какому адресу находится? Сейчас я вам точно говорю, Речелеска 47. 47. И кто-то пострадал? Нет, это без потерпевших ДТП. То есть вот два водителя, третий сейчас пошел за водичкой под машину. Сейчас мы будем как раз дорисовываем схему, будем делать замеры. Если вам интересно, можно его сорвать. Там даже три водителя, да? Да. Три автомобиля. Я сказал, да, три автомобиля. Буквально пару слов. Бытовая ситуация. Парковались, нет. Не определились и все. Друг друга не поняли. Да. Кто-то пострадал? Нет, конечно. Все. Без жертв обошлось? Абсолютно. Пострадало без жертв? Пострадало три машины, да? То есть каждую зацепило. Вы, наверное, нас плохо слышите. Никто. Ну, машины. Машины. Да, они разве не могут пострадать, эти машины? Они никогда не страдают. Никогда не страдают.